Ола, амигос, на связи Матвей. Кто думал, что я ушел из Fortnite, тот лох. Наконец-то вышла четвертая глава Fortnite, и неожиданно для всех игроков, похоже, Epic Games реально оптимизировали Fortnite на мобильных устройствах. На стриме я играл Fortnite на телефоне, и мой FPS не падал ниже 50 на протяжении всей игры, причем без всяких способов по оптимизации. И, по-моему, это отличная причина именно тебе поиграть в Fortnite на своем айфоне или андроиде. Поэтому сегодня в этом видео я расскажу, как скачать четвертую главу Fortnite абсолютно на любое устройство, причем неважно, Android у тебя или iOS, и та игра пойдет в стабильные 60 FPS на высоких настройках графики. Оформляй подписку на канал, если играешь в Fortnite, ну а мы начнем. Кстати, для любителей халявы в конце видео очередной жирный розыгрыш, так что смотрите до конца. Кстати, боевой пропуск вышел в этой главе просто нереальным, особо мне зашел вот этот скин. Ну блин, как я куплю боевой пропуск, если живу в России и у меня нет ни консоли, ни компьютера? И даже в этой безвыходной ситуации есть решение. Лучший магазин скинов, вибаксов и наборов Fortnite — LlamaBot. Данный магазин существует всего несколько месяцев, но уже успел обслужить более 2000 довольных игроков. Здесь ты можешь купить абсолютно любой айтем из игры Fortnite, причем по ценам намного ниже официальных. Буквально пару дней назад прошли очередные скидки, и забирай боевой пропуск хоть за 200 рублей. Моментальные платежи, которые можно совершить абсолютно со всех карт мира, криптовалюты и даже киви кошелька, а сами покупки приходят тебе на аккаунт в виде подарка. То есть для покупки вибаксов или любого скина тебе даже в игру заходить не надо, просто пишешь ломоботу, платишь деньги и через пару минут заказ уже у тебя. Очевидно, это не скам, просто ребята из Европы нашли обход системы и сами на этом зарабатывают. Короче, переходи по первой ссылке в описании и делай свой первый заказ в ломоботе намного дешевле, чем все твои друзья. Ну а мы вернемся к теме. В теме Fortnite Mobile я варюсь уже давно и шарю абсолютно за все, поэтому весь геймер сделал за вас. Вне зависимости от того, Android у тебя или iOS, пиши в личные сообщения нашей ВК-группы, ссылка на нее первая в описании или в закрепленном комментарии. Вам нужно всего лишь написать «Привет, мне нужен Fortnite» и название вашего устройства, допустим, iPhone 14 или Huawei Nova 5T. Это для нас очень важно, чтобы подобрать вам самую подходящую версию Fortnite. В любом случае, мы и так спросим у вас название девайса. Ну а далее я или один из моих мудров вам ответит и выдаст как раз таки подходящую версию Fortnite. Для iPhone это Fortnite Xbox Cloud Gaming, видеосервисе есть у меня на канале, а для Android это специальный APK-файл с модом на 60 FPS. Причем и там поддерживаются абсолютно все телефоны. Для iPhone это версия iOS не ниже 12, а для Android это устройство, на котором оперативная память не ниже 4 гигабайт. Установка идет максимально быстро и легко, и даже если возникнут какие-то сложности, пишите, я или один из модеров вам обязательно помогут, да и так там в любом случае есть максимально подробно расписанная инструкция. Ну и самое главное, если вы из России, то сможете легко и дешево донатить в игру. И вдруг, если вы сомневаетесь в правдивости и эффективности наших способов, то по каждому из них есть подробное видео на канале, рекомендую к просмотру. Ну а теперь про конкурс. Дабы не растягивать ролик, в закрепленном комментарии есть ссылка на беседу, где лично я написал все правила, все условия, все призы и дата итогов. А если что, разыгрываю я вибаксы и бешеные скидки в ломоботе. Да, условия специфические, поэтому участников будет мало, и, кстати, именно поэтому очень высокий шанс что-нибудь выиграть. И, кстати, ты сможешь повлиять на шанс победы. Так что, ребят, всех жду, итоги уже в это воскресенье на прямой трансляции в моей группе ВКонтакте. Надеюсь, вы меня поняли, а на этом у меня все. Огромное спасибо за просмотр, если этот ролик был для вас интересным, то обязательно ставьте лайк для его продвижения. Пиши в комментариях, а сколько FPS в четвертой главе Fortnite именно у тебя, было бы интересно об этом узнать. А если ты все еще здесь, то пиши в комментариях слово Epic, ведь все такие комменты я обязательно лайкну. Не забывайте чекать мои другие видео на канале, и по традиции, друзья, с вами как всегда был Матвей, hasta luego!